Вистачи – первый населенный пункт, который послужил отправной точкой для профилактической кампании «Здоровый поселок». В качестве пионера эта деревня была выбрана не случайно. Фельдшерские пункты, наличие необходимой базы для обучения сотрудников, наконец, спортивные комплексы – все это и стало надежным фундаментом для осуществления оздоровительной миссии – цели пропаганда здорового образа жизни. Здоровый поселок – это такая, скажем, модель отношений органов власти, заинтересованных служб и непосредственное население в деятельности по улучшению здоровья и среды обитания населения. То есть, в частности, задачи и цели этого проекта входят улучшение демографической ситуации в агрогородке, улучшение показателей здоровья, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности от факторов, которые зависят от образа жизни. За основу брался, конечно, брались показатели, которые были наработаны за предыдущие 3 года. Это показатели здоровья, инвалидности, заболеваемости, смертности, рождаемости. Вот. И мы будем контролировать по этим показателям тоже. То есть, чего мы достигнем в результате того, что мы что-то будем здесь применять. Пройти ультразвуковое обследование щитовидной железы и сделать электрокардиограмму, измерить давление, проверить зрение, а также уровень холестерина в крови. Благодаря целому комплексу медицинских процедур у жителей деревни Вистачи была уникальная возможность проверить свое здоровье за один день. Кроме этого, специалисты организации здравоохранения консультировали детей и взрослых по интересующим вопросам. А на улице в машине для флюорографического обследования все желающие могли проверить свое здоровье, например, заболевания органов дыхания. Никогда раньше такого не было. А Вистачи теперь поселок здоровья. Это очень приятно. И вообще, что сегодня такое мероприятие провели, ну это классно. Какие же обследования вы успели пройти сегодня? А ничего, только померила давление и все. Планируете еще дальше, в принципе? Ну да, хочу. Дочь занимает в одно место очередь, я в другую. Хочу проверить еще глаза, щитовидную железу и холестерин. Ну, хочется, коль такая возможность. Мероприятие организовано отлично, я не ожидала этого. Все слажено, все очень четко и, ну, скажем, я говорю, что я не ожидала такого. Все молодцы, все вовремя. И, конечно, хочется сказать огромное спасибо райисполкому, который организовал это мероприятие, при поддержке нашего депутата областного совета Василия Петровича Желенговского. Вот им огромное спасибо. Ну и хочется пожелать всем, и в том числе вам, и всем людям Брестского района, и всей земли быть здоровыми. Профилактическая акция «Здоровый поселок» рассчитана на 5 лет. За это время организаторы планируют включить в список другие деревни, в которых также будет проведен комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и здоровья населения.